Привет, друзья! Выключим радио. Я приехала сегодня в No Frills. А на самом деле мне много не нужно. Мне нужно буквально только лишь немного овощей, немножечко фруктов. Ольга меня спрашивала, моя многодетная Оленька, по поводу вот в Коско я иду, фрукты, овощи не покупаю. Где я их покупаю и продаются ли они вообще? Конечно же, продаются. Здесь есть и овощные магазины отдельно, и есть такие фермерские маркеты, и органические, и неорганические. Короче, все, что твоей душе угодно. Но мы действительно не буду как бы врать и говорить, что можем позволить все, что хотим, а мы семья бюджетная. Мы экономим, поэтому дети едят фруктов очень много, поэтому мне нужно искать более дешевые варианты. В данном случае для меня No-Frills является самым дешевым. Я бы, конечно, с удовольствием покупала на рынке продукты, но в отличие от нашего советского понимания рынки, здесь рынки отличаются. Здесь рынок — это не значит, что ты идешь и выбираешь хороший, качественный продукт. Ну, имеется в виду, если мы говорим про фрукты, овощи, да, то есть и это будет дешевле, а здесь это как бы как индустрия такая, то есть ты хочешь идти на рынок и покупать, ну, как правило, там у тебя будут фермеры местные продавать, да, хочешь покупать местную фермерскую продукцию, пожалуйста, заплати подороже, типа мой покачественнее будет. Поэтому здесь ходить на рынок — это дорогое удовольствие. Мы ходим здесь просто в магазин и покупаем то, что нам предлагает купить рынок магазина. Здесь тоже достаточно неплохие продукты. Есть американские, мексиканские, очень много онтариевских, местных, канадских, да, производств. Особенно в более летний такой период, когда есть действительно урожай. Сейчас тоже все можно найти. В основном, конечно, летом это будет калифорнийское, да, то есть или мексиканское. Ну вот, поэтому пойдем посмотрим, что мы сегодня купим. Так как у меня холодильник полетел второй раз, скорее всего, нам придется покупать снова холодильник, тоже непозволительная затрата, то я покупать много не буду, а именно только фрукты и овощи вот на ближайшую неделю. Все, пошли посмотрим, что там. Клубника. Ну, конечно, уже не первой свежести, но 2 на 5. Возьмем еще покайфовать. Перчики по $1.97 сегодня. $1.97. Авокадо. Так, огурчики 97 центов сегодня. Возьмем пару штук. Яблочки мои любимые, Гала. Сейчас возьму 88 центов за паунд. Сейчас возьму. Яблок. И возьмем сейчас 30-очку. Редисочку еще возьмем. Вот, $1.67. Редисунка. У меня и Гави любит, и Костя, и я ем. Немного бананчиков гватемальские. Вот бананы гватемальские, 56 центов за паунд. Так, спросила апельсины. Оранж $3.97, $4. Возьмем апельсинки. Так, берем чеснок. Ой, органический. Он у нас стоит 2.47. Вот обычный китайский. 50 центов. Но я его не буду брать. Возьму уже, сколько я там чеснока пользую. Можно и органический взять. Так, еще есть часто такие колясочки, в которых продукты, которые уже просрачиваются, фрукты, овощи. Вот я дыньку возьму маленькую, покушаю. Порежу деткам, сразу съем. Такие бананчики, там можно брать то, что сразу сегодня кушать. Ну вот здесь капуста, конечно, цветная, уже вся покрылась. Вот. Лесенку.
Дынечка еще вот так вот. Так, еще вот деткам возьму. Сейчас же у нас мальчик дома. Они играют в игру, там у них плейдейт. Возьму брауни такие, да. Это мои любимые. Я люблю эти кокосовые печенюшки. Я еще люблю такие с орешками, но их только продают на еврейскую Пасху. Еще беру хаггисы. Влажные салфеточки все равно иногда еще пользуемся. Ну, всегда, мне кажется, салфетки должны быть, особенно когда дети дома. 240 штук, 8.37. Так, в принципе, почти все мы сегодня на сегодня взяли. Сейчас я еще пройду, так как у нас мальчик играется. Сейчас я хочу еще пиццу купить ему. Буду не мальчику, а им покушать. И какой-нибудь сачок. Мне нужно было Пепто, у меня закончилось, я взяла. Для желудка часто бывают какие-то расстройства, изжога, что-то можно принимать. Так что я возьму еще Пепто. Так, еще возьму себе шампуньку. Так, что я еще взяла? Просто была куча народу, не разойтись. Я взяла вот мальчикам пиццу. Так, брауни я показывала. Вот это я взяла, повезу с собой. Maple Bacon в Израиль маме. И вот взяла уже просто на дни рождения буду понемножку подкупать джело, чтобы было, потому что я делаю джело очень концентрированное, чтобы оно прям такое было стоячее, твердое, чтобы его можно было резать кубиками. Поэтому мне нужно будет много и Дошки на день рождения, и Габи на день рождения. Поэтому потихоньку буду набирать. Ну, вроде все показала вам. Шампуни, лекарства. Все, едем домой. А нет, еще мальчикам возьму что-то пожевать к компьютеру, к игре. То есть они там играют. Так, где вот эти вот, я люблю эти, как они, не чипсы, а вот эти кукурузные такие. Где они? Что-то их нету здесь. Типа начос. А что, их нету сегодня? Странно. Значит, надо будет что-то другое взять. А что другое? Здесь только чипсы. А, вот. Вот эти кукурузные. Интересные, вон даже красные какие-то есть. Так, ну мне нужно взять самые обычные. Самые обычные. Есть такие большие коробки тортиют. Возьму вот эту. Да, возьму эту.